Всем привет подписчикам моего канала и тем, кто первый раз зашел на мое видео. Сегодня будет видео об магазине Aldi, сети германских магазинов. Это что-то похожее на Lidl. Очень хорошие магазины. Их много в Европе и в Америке тоже. Отличные товары и есть отличные продукты био. В кадре мелькают вот такие странные люди, потому что начался карнавал здесь в Европе, а именно в Португалии. Кстати, у меня есть видео об карнавале. И вот так они странно одеты. Ну, давайте уже подъедем к самому магазину Aldi и рассмотрим, какие там биопродукты и простые продукты, и что там по ценам. Вот мы уже возле магазина Aldi. Давайте зайдем внутрь и посмотрим, что там с продуктов и какие цены. Ну, давайте уже зайдем внутрь магазин. Aldi — это большая сеть магазинов в Европе, в Америке. Ну, они то же самое, как и Lidl. При входе какие-то шоколадки. Здесь много, много биопродуктов с маркировкой био. Ингредиенты. Шоколадка-то стоит 1,80 €. Ну, биопродукты здесь подороже, поэтому такие цены. Давайте зайдем сейчас сюда, к этим прилавкам, посмотрим, что такого по ценам. Ну, печенье, не знаю, что такое выхватить. Вот еще один отличный продукт био. Это масло. И оно натуральное. Если посмотреть в ингредиенты, здесь будет 82% молочного продукта, то есть молока. И молоко биологическое. Алмания, Германия. Я всегда беру это масло. Оно с холодильника, его вытягиваешь, вот оно мягкое. Я надавил пальцем, вот вмятина. Не знаю, будет видно или нет. Спредом или с маслом, там где пальмовое масло, такое не получится. Оно просто будет крошиться, оно будет как деревянный кирпич. Вот это натуральное масло, оно вообще отличное. И вкус, и запах такой, как из детства. И еще раз повторюсь, с холодильника вы его вытянешь, и можно мазать его на хлеб, оно не деревянное и не крошится. Возьму это масло, возьму это, что я уже надавил. Цена, кстати, 1,69 €, а не биомасло, евро 19, но оно тоже, мне кажется, да, здесь 80% молока. А здесь 82. Вот нашел био-йогурты. Йогурт Natural Bio по 29 копеек. Еще есть греческие йогурты. Как, еще раз повторюсь, как бывает день Италии, день Франции, тоже бывает, то есть не день, а неделя Греции, и только грецкие всякие продукты. Грецкий йогурт, вот такая банка стоит 2 евро. Здесь его кило, 1000 грамм. Но он не био, он такой грецкий, вот эти био. Вот даже есть смородины. Тоже био смородины. Ну, здесь уже такие простые, они уже подешевле, по 29, там маракуйя, черешни по 35. Ну, идем дальше. Вот цены на оливковое масло, 1,79 €.
Здесь оно очень сильно популярно, оливковое масло. Уже сам к нему привык. Уже подсолнечное мне практически не покупаю. Не покупаю. Вот подсолнечное масло. Олья де жирасол. Ну вот, если в ингредиентах посмотреть. Получается, в ингредиентах олио де жирасол рафинадо, рафинированное подсолнечное масло, и больше никаких других масел нету сюда подмешано, и оно стоит евро 30-35, а зайтовое масло евро 79. Но это Оливейра, это португальский бренд, а ну какие-то уже другие бренды, итальянские и тому подобное, они уже, конечно, уже идут подороже. Но португальское масло очень тоже неплохое. Ну, практически наравне. Так, идем дальше. Раз в неделю они делают в неделю какой-то именно одной страны. Вот теперь сделали Италию. Это азайта. И они сделали, что раз в неделю бывает или день Италии, или день Франции, или какой-то Мексики, другой страны. И бывает так, что завозят продукты именно большинство какой-то одной страны. Вот как сейчас Италия, много итальянских всяких каких-то продуктов, и они... Такие вот вещи делают, что много французских или итальянских, или с какой-то другой страны таких ходовых хороших продуктов. И они показывают, что в других странах, что такое интересное и какие есть продукты. Ну и по ценам тоже здесь не так уж сильно, еще раз повторюсь, кусается. Ну в основном как в Lidl, но чуть-чуть подешевле. Ну еще сейчас найду био. Биопродукты. Сейчас посмотрим. Здесь охранник что-то на меня так смотрит, не может понять, что я делаю. Вот биопродукты нашел я. Это протеины, они по 5 евро. Такая банка вроде 425 евро. Здесь шоколадки. Соевые по 2 евро. Вот еще шоколадки с черного шоколада 72%, тоже биопродукт в ингредиентах. В ингредиентах 72% минимум какао. Ну, они чуть-чуть дороже биопродукты идут, чем другие чаи био-чаи. Ну, здесь много всяких разных витамины. Кстати, витамины недорогие, 3,60. Такая большая упаковка, 100 таблеток. Здесь всякие кукурузные палочки, такие, как у нас с детства были. Тоже био, они по евро 60. Ну, биопродукты, конечно, подороже идут. Ну, здесь много всего. Я еще раз повторюсь, отдельно сниму видео на эти биопродукты. Овсянка стоит 60 копеек, 500 грамм. Вот такая вот овсянка. Ну, как мы видим, Made in Germany. Овсянка. Овсянку возьму. Овсянка полезная. Вот какие-то с шоколадом. Такие кусочки шоколада. 150 грамм. Они стоят евро 50. А нет, евро 50 эти стоят. Сафари. А эти, что я сейчас держал, стоит 79 копеек. Они подороже. Вот молоко.
Асорош — это остров в Португалии, очень славится с молочными продуктами. 1 литр стоит 70 копеек. Гущенка. Лейте мою гордо, лейте конденсата. Сгущенка стоит евро 40. Ну, здесь в основном германские продукты. Вот глянем на состав. Жирность 7,2. Нет, извиняюсь, жирность 16,8. В ингредиентах только видим молоко наполовину жирное и сахар 36%. Все ингредиенты в этой гущенке. Кузиду — это уже вареное. Вареное, как всегда, идет дороже, чем такая простая, не вареная. Вот здесь вроде есть не вареное. Конденсаду, вот не вареное за евро, 99 копеек. Это тоже гущенка, но она уже не вареная. Здесь плохо фокус плавает. Вот не вареное евро. Плавает фокус, потому что мало света. Ну, глянем, сколько стоит сахар. Белый сахар сахарного тростника 74 копейки. Вот он здесь на прилавках. Мука сэм ферменту — это без дрожжей, 50 копеек. Вот такая вот мука. Ну, здесь в основном плюс-минус то же самое, как у Лидли, чуть-чуть продукты похожие. И цены, ну, цены слегка чуть-чуть дешевле, я бы так сказал. Тут холодильники, пиццы. Ну, пиццы здесь итальянские в основном. Они здесь такие подороже, надо на какие-то скидки попадать. Вот пицца 2,29. Надо попадать на какие-то скидки. Морепродукты — это креветки. Здесь океан очень сильно близкий. В Португалии все побережье — это океан. Но, как ни странно, здесь морепродукты дорогие. Увидим, кило стоит практически 9 евро. Это мелкие. Вот уже побольше комаравы. То есть здесь их зовут комаравы, а креветки уже за кило 12 евро просят. Ну, они здесь в основном или Мадагаскар, или тому подобное. Ну, с тех лучших регионов, не с, как бывает, с Вьетнама. В других странах везут креветки с Вьетнама, и они дешевле. Ну, здесь стеллажи, как мы видим, как у Лиделя похожие что-то. Разные продукты выложены. Ну, если сейчас взглянуть на штрих-код, где сделаны, ну, как мы видим, Германия. В основном большинство продуктов — это все Германия. Это спрей, краска. Краска наружная, что-то там подкрашивать в доме. 3 евро. Ну, это такая уже стойкая, не этих таких дешевых. Ну, идем дальше. Не знаю, что такое выхватить. Поинтересные. Какие-то фонари. Фонари. Алмания. Это Германия. Гамбург, как мы видим. Алмания по-португальски — это Германия. Чипсы. Ну, глянем на какие-то чипсы. Что 79 копеек чипсы. Это такой средний бренд на масле с подсолнуха. Вот лайсы. Это уже бренд. Лайсы стоят евро 40. Без скидки. Но здесь их, я смотрю, много. Без глютена. 170 грамм. Оригиналы лайсы. Ну, давайте вина. Вина, я это вообще отдельное видео, я думаю снять про португальские вина. У меня уже есть на канале итальянские вина, чуть-чуть испанских, но португальские вина очень хорошие. Их
просто незаслуженно забыли. Вообще отличные вина, хорошее качество и хорошие очень цены, дешевые. Порто — это портвейн на советский лад. Портвейн Мадейра. Здесь его зовут Порто. Я так и не показал цены на Порто. Премиум, премиум, виню, порто. Это 10 лет стоит 9 евро. Ну, здесь зависит от выдержки. Если большая выдержка, оно подороже. Вот и порто уже за 4 евро. Ну, это все от выдержки. Вот порто за 3,89. Это все зависит от выдержки. Больше лет выдержки, получается, дороже уже сам портвейн. То есть порто, как его здесь зовут. Я вот эти стеллажи не прошел. И не показал, что тут такого интересного. Ну, тут смотрю, какая-то одежка для женщин. Не хочу сильно затягивать видео. Вот куртка баллоновая. Потому что очень длинная получится. Баллоновая куртка. Это тоже вроде все Экоберг, Германия. Сейчас сфокусируемся. Казаку стоит 20 евро. Но это без скидки. Потом со временем уже они сделают скидки. Потому что уже немножко расхватает. Там пакеты пооткрывает. И уже пойдет это все по скидкам. Что еще такое показать? Ну давайте пройдем арахис. Вот сколько стоит арахис. Евро 50. Арахис — это у нас 500 грамм. Арахиса богат протеином. 500 грамм стоит евро 50. Здесь фрукты. Киви килограмм евро 79. Ананасы. Ананасы за килограмм евро 50. Что-то ананасы подорожали. Они летом бывают 89 копеек. Ананас, когда уже хороший, надо вот так тянуть за этот листок, и он хорошо должен сам вырываться. Если он не вырывается, значит он еще зеленый. Бананы по евро 5. Бананы евро 5. Ну, они здесь дорогие. В основном они 79 копеек, 80 вот так, такой цене. Болгарские перцы евро 89. Дорогие перцы, что-то сейчас. Вот картошка. Кстати, мне надо будет взять картошку. Картошка получается. Картошка, кстати, подорожала. 5 кило, она раньше дешевле была. 3 евро. 3 евро, вот получается, вот такой мешок 5 кило, 3 евро. Ну, яблоки, я думаю, неинтересно. Здесь выпечка, так как в Лидле есть своя такая мини-пекарня, и всегда горячие булочки и какие-то там всякие приколы сладкие. И можно всегда горячие, свежие покупать. Яйца. Яйца М-ка и 65 копеек за лоток. Ну, конечно, уже побольше яйца уже будет подороже. Это уже что-то спорт, всякие газовые напитки, кока-колы. Кока-кола Zero без сахара стоит евро 99. Две бутылки вместе. Кока-кола здесь в Португалии разливается, она местная. Так, что еще? Ну, наверное, пройдем туда. Ну, задавайте какие-то вопросы, что вас будет интересовать по ценам в магазине Aldi. На Aldi я не очень сильно снимал видео, потому что в основном снимал на Lidl. Lidl такой больше востребованный, а Aldi меньше люди знают о нем. Ну, я вот решил снять на Aldi. Спрашивайте, что вас будет интересовать из продуктов или из по цен. Кстати, тут очень хорошие биопродукты. Я на это сниму отдельное видео. Что вас будет интересовать, какая тема, я постараюсь на это снять видео отдельное. Ну и в конце
видео. Спасибо за просмотр. Если понравилось, ставьте палец вверх. Если не понравилось, ставьте палец вниз. Я тем и другим буду очень сильно рад. Ну и, конечно, подписывайтесь на канал. Еще будет много интересных видео из Европы. Об жизни изнутри, какие цены и нюансы жизни. Ну, до следующей встречи. В конце, наверное, покажу хамон. Кстати, здесь португальский хамон очень отличный. Он ничем не хуже испанского, португальский хамон. Ну, как мы все знаем, Португалия граничит с Испанией. Вот есть пометка био. И 220 грамм стоит 3,59. Ну, пока-пока.